Матч легко складывался для киевлян, и, наверное, эта легкость породила у динамовцев самоуверенность. Посудите сами, киевляне вели со счетом 2-0, 3-1, но упустили победу. Счет открыл Юран после розыгрыша штрафного. Прошло немного времени, и Пахтакор был наказан 11-метровым за нарушение правил. Саленко увеличил счет. Даже мяч, проведенный Шквыриным, не насторожил киевлян. Ну и совсем команда успокоилась, когда после розыгрыша штрафного Беца еще раз поразил ворота Пахтакора. Произошло это уже во втором тайме встречи. Наверное, к удивлению многих, гости не были сломлены. Обреченности в их действиях не чувствовалось. Справедливости ради отметим, что и везение сопутствовало команде. Квиткаускас сократил разрыв в счете. На этом беды киевлян не закончились. Незадолго до конца матча Пятницкий забил третий мяч. Ничья 3-3. Киевляне потеряли очень важное очко, и как повлияло это на них, должен был ответить матч со столичным «Спартаком».